Встреча регбистов России и Бельгии на стадионе Центра спортивной подготовки «Югспорт» состоялась следом за игрой с испанцами, в которой наши спортсмены 10 февраля проиграли со счетом 14-16. Так что на сочинском поле необходима была только победа. Мы видели матч против Испании и понимали, что этот матч Россия должна была выиграть. И не было никаких иллюзий, как сложится матч сегодня, как была сильно замотивирована сборная России. Матч второго тура чемпионата Европы по регби начался для российских регбистов под руководством валийского специалиста Лина Джонса удачно. В первом игровом отрезке счет сложился в пользу россиян 33-7. Замены у бельгийцев следовали одна за другой, причем в игру вливались молодые спортсмены. К успеху это не привело, упорного противостояния со стороны гостей не было. Во втором тайме российская команда удержала лидерство, итог матча 64-7. Хочу поблагодарить болельщиков, которые сегодня пришли, их было слышно на протяжении всей встречи. Это очень круто, и нам очень приятно играть нашу первую домашнюю игру года перед такой аудиторией. Погода тоже не подкачала. Также поблагодарю, конечно, своих партнеров по команде. Сегодня была по-настоящему командная игра, и все очки были набраны именно командной. Это командная заслуга, поэтому это наша общая победа. Мне понравилась игра. Когда мы будем играть на Кубке мира, мы должны быть сильными, физически готовыми и показывать правильную игру, и это то, что удалось увидеть сегодня. После поражения с Испанией сборная России полностью реабилитировалась. Поддержать ее пришли около 2000 сочинцев. Некоторым удалось взять автограф у известных спортсменов, а европейский чемпионат продолжается. Он стал подготовкой к Кубку мира, который пройдет этой осенью в Японии. Пока же у сборной России в планах весенние встречи с командами из Германии, Румынии и Грузии. Елена Овсецна, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.